Солнышко, ну что ты весь день сидишь у окна? Поиграй, займись чем-нибудь. Добрая фея, заедешь сегодня ко мне в гости на чай? О, да, с радостью. Вот и славно, вон моя машина. А, классная машина. Да, я сама выбирала. Это быстрая-пребыстрая модель. Пойдем, проходи. Какой же у тебя дом красивый. Да, мне тоже нравится. Это муж подарил на день рождения. Скажи, дорогая, тебе сахару в чай положить? О, нет, спасибо. Как поживает муж? Хорошо, он как раз на работе. Он у тебя такой милый. Хватит, Айден. Я не хочу больше играть с тобой. Thank you.
Нет, Айден. Если только мама узнает, она рассердится. Джоди, помоги мне, пожалуйста. Можешь сходить за маслом в гараж? Да, сейчас. Снимок. Какой-то странный. Он будто бы дрожит. Но правда же? Сделал все, что мог. Не мешай, я занят. Опять? Да что же с ним такое? Что, тебе заняться больше нечем? Ай, да наставь его! Алло? Ой, какие люди! Дела хорошо. А, погода ужасная. Снег все валит. Скорее бы лето. Детям так скучно сидеть дома, не представляешь. Айден, не надо.
печеньку. Зайка, скоро ужинать. А печеньем ты аппетит перебьешь. Что ты делаешь? Джоди, что-то случилось? Нет, все нормально. Джоди, масло принесла? Несу! Я тут. Не бойся. Понятно, это все лампочка. 100 раз просила папу ее поменять. Там кто-то был, мама. Тебе показалось. Тут никого нет. Такое со взрослыми бывает. Ничего. Солнышко, вышло бы поиграть во двор. Я позову тебя к ужину. Джоди, куда это ты? Мы же договорились гулять.
Иду. Класс, теперь мне и скучно, и холодно. Ты-то не мерзнешь, Айден. Тебе все равно. Айден, покачай. Классный снеговик. Кажется, придумала, чем заняться. Ты мне за это ответишь. Получай. Ну да, я знаю, что нельзя. Ну и что, мы 5 минут поиграем, и все дела. Мама даже не узнает. А ну-ка, могу хоть помочь, Айден. Айден, ты супер. Джоди, поиграем? Тогда прячься, а то снежком залепят. Ай, он попал. А ну-ка сейчас устроим. Ай, он попал. Да нет, не надо, все, хватит уже. Давай, красавчик.
поганая! Что происходит? Она ведьма! Говорю вам! Джоди Хоббс! Ведьма! Пойдем, пойдем домой. Идем. Идем! Иди в дом! Что стряслось? Зачем ты вышла на улицу? Тебе запрещено уходить со двора! Они там играли! Я просто хотела с ними! Что ты сделала с мальчиком? Филипп! Я не виновата! Это Айден сделал! Он защищал меня! Он... Хватит! Меня тошнит уже от твоих выдумок! На Нет, этот раз надо. Ты у меня получишь! Не смей! Марш в комнату! Иди! Постарайся уснуть, зайка. А проснешься в хорошем настроении. Засыпай. Мама! Я боюсь чудищ, правда? Они меня схватят. Зайка, чудищ не бывает. Я могу тебе оставить свет. Засыпай, малыш. Злись ты на нее, Филипп. Она ребенок. Ребенок? Видела, что она умеет? Сьюзан, это не ребенок, это чудовище. Не смей о ней так говорить, понял? То, что с ней творится, это ненормально. И становится все хуже. Господи боже мой, а если мы ее разозлим? Ой, да что за бред? Сьюзан, она все равно, что дикое животное. Мы не знаем, на что она способна. У нас в доме живет настоящий демон. Сьюзан, с меня хватит. Все, довольно. Иначе нас с тобой ждет дурдом. Мы согласились взять к себе девочку, а не это... нечто. Ничего не бойся, слышишь, Айден? Мы просто заснем. И ничего страшного. Чудищ не бывает. Они есть, мама. Они есть.